Сегодня в галерее уральских художников настоящий праздник. В гости заглянул художник, реальный концептуалист Дмитрий Кузнецов-Фарфорский. В галерее, как всегда, многолюдно и трудно определить, кто же он, мэтр. Тот самый знаменитый художник, чьи работы любят и хранят коллекционеры со всего мира. Зато сразу можно определить его работы, их просто выделить из сотен других. Они яркие, блестящие, как будто рельефные. Создается тот самый модный нынче 3D-эффект. Только в отличие от кадров из 3D-фильма, он не мозолит глаза и не отвлекает от сюжета. Сюжеты, кстати, тоже необычные. Фигурируют туфельки и яркие цветы. В целом смотрится гармонично и экзотично для неискушенного, но внимательного уральского зрителя. В данном случае Дима использовал 7 слоев для того, чтобы образовать фактуру. Эта фактура, она сама по себе может играть очень большую роль. Работы такие свежие получаются и живые, вот что самое интересное. Артсталкер галереи знакомит с автором картин. Дмитрий Кузнецов-Фарфорский – приятный, улыбчивый человек. Производит впечатление настоящего европейца, спокойного, воспитанного, довольного собой и жизнью человека. Он уже 3 года живет и пишет в Германии, но это конечная точка повествования. До этого в его жизни произошло много событий. Были и поиски своего призвания и места в жизни. Только пообщавшись с ним, понимаешь, что перед тобой человек, перенявший лучшие качества и манеры от европейцев, но истинно русский, душевный, доверчивый, немного иррациональный. Может быть, поэтому он начал писать в стиле концептуального реализма, в котором творчество неотделимо от художественной идеи. У всех творческих людей интересная и необычная судьба. Ее линии легко проследить, взглянув на работы художника. Каждая деталь имеет свою историю. Цветы – истории любви, птицы – воспоминания о детстве, туфельки. Не будем раскрывать всех секретов форм и образов, ведь перед нами концептуальное искусство. Вложите в символы свой смысл, и они обретут форму и станут ценными и значимыми именно для вас. Начал создавать разные формы, не думая ни о чем. Мне было абсолютно неинтересно ничего мнение. Наверное, вот это, в этом, наверное, смысл концептуального искусства. Мне безумно приятно, когда люди понимают и хотят купить эти картины, потому что все-таки это, ну, как бы эквивалент признания, что ли. В столице Урала художников встретили друзья. Как и подобает интересные увлеченные личности, разношерстные. Тут художники, маститые и начинающие писатели, журналисты. Нашел свое и, то есть, пришел к какой-то самостоятельной своей теме. Это нормально, это хорошо. Информации слишком много, да? Она сжимается, и она превращается в какой-то знак. Попытка найти свой собственный знак очень важна. И вот Дима двигается в эту сторону. Дима, без предупреждения, он из меня сделал коллекционера. До этого у меня висели только картинки из моего детского творчества на стеночках. А потом он как-то неожиданно предложил мне в подарок одну картину. И вот она сейчас уже то ли лет 5, то ли 6 лет висит у меня в изголовье. Я восхищена. По большому счету, человек ставит себе цель и достигает ее. Я не могу сказать, что легко, но что очень важно, он просто берет и достигает ее. Работы Дмитрия Кузнецова-Фарфорского интернациональные. Не нужно быть русским, чтобы понимать их глубину и смысл. Как и не нужно быть европейцем, чтобы оценить их красоту и высочайшее техническое исполнение. Возможно, это связано с тем, что и сам Дмитрий гражданин мира. Работал и в Екатеринбурге, и в Москве. Выставлялся в Дании, Австрии, объездил полмира. Но самое главное, художник нашел свое место как в жизненном, так и в географическом плане. Это Германия. Там он пишет, устраивает перформансы, вынашивает идеи новых работ и просто наслаждается жизнью. Среда, которая окружает художника, она его питает. Очень важно найти то место, которое зарядит тебя энергией, даст правильный посыл и правильный мотив. Вот то, что где я нашел, где я живу, эти вещи я просто вот, ну, просто этот город я видел во сне. Вот. И Бергишланд – это вот наша местность. Магнетизм этой местности я просто не могу передать. Но самые трудные минуты, самый трудный момент, и человек возвращается к своим истокам. Урал, Екатеринбург – это самое прекрасное место на свете. Самый душевный город, самый прекрасный район на земле, где комфортно жить. Вот так, несмотря на то, что любимая мастерская и уютное гнездышко в другой стране, лучшим городом на земле Дмитрий искренне считает Екатеринбург, где прошли годы его учебы. Может быть, это ностальгия, а может быть, человеку, который так много путешествовал и столько повидал, лучше знать? А нам с вами стоит просто посмотреть вокруг. Задержи дыханье, повторяя фонограмму.
Галерея «Уралпостер». Выставка предложения картин уральских живописцев. Художественное оформление в багет. Наш адрес: Екатеринбург, Пушкина 10.